Всем привет, с вами я, Артём. Сегодня мы начнем играть вот эту штуку. Извините, то что раньше не начинал. Я уже недавно забыл. Заходит, значит, мое видео. Первое. Короче, я сейчас на карте другого игрока. Это не моя карта. Это что за возрастение? Блин, я не могу... А, это вертолет. Господи. Не догадался. Ладно. О, что это на моей деле? Как раз хотел проверить. Мне кажется, многие тоже хотели проверить. Эта игруха, кстати, называется Roblox. Клон, есть. Посмотрите классную карту. Так. Сейчас следует. А! Ничего себе. Вы это видите? Посмотрите. Сейчас. Так, сейчас. О, оп. Видите, вот тут корабль. Вот. Вот тут. Так, ой. Ладно. О, у меня уже есть вот такая родная станция. И даже все катера тоже. У меня уже самолет есть какой-то. Раз, два, три. Так, ладно, бежим. Идемте исследуем. До 30 дБ я хочу. Я хочу до 30 дБ! Блин. Ну ладно. Погнали быстрее. Не бойтесь, я без мата. Что можем. Вот так. Ну, где? Дорога какая-то длинная. Что это у нас там? Давайте пойдем посмотрим. Посмотрите, сейчас такая машина выезжает и меня как сбивает. Я сажусь и еду вот туда. Но туда я не хочу смотреть. Я хочу посмотреть вот сюда. Кстати, мой ник вот такой. Видите, вон там. Это моя база. Я потом ее скоро покажу. Но сначала, что тут написано? А, блин, я не умею читать по-английски. Потому что мне всего лишь 7 лет. Так. Вау! Что это такое? А. Все нормально. Да. Нифига. Вот это моя карта. Сейчас я буду вот это покупать. Ну что, погнали? У меня уже вертолет, есть детская площадка. Кто играет в эту игруху? И если это новичок, то знаете, что будет в будущем. Да и я знаю, что будет в будущем, моя. По сравнению с тем, которую я сейчас играю. Вау, я должен зарабатывать деньги. Больше денег. Больше. И больше. Больше. Оп, оп, оп. Сейчас пойдемте вот это купим. Нет, не сегодня. То тоже. Скоро будем покупать. Так. А! Не хватает денег на это! Я тебя убью, ясно? Чё ты, я тебя не убью. Отрубайся, деньги.
Ну ладно. Ну иди, Лёш. Тут меня. Сейчас мы на машине проедемся. Знаете как? Подождите, я вам покажу второй этаж. А то, наверное, некоторые из вас... Вот тут водопад такой есть. Смотрите. Так. Хаджа! Едет долго что-то. Я какой-то призрак, походу. Кстати, а вы не задумались о том, то, что когда вы призрак, если мы встанем на землю, мы провалимся под землю и будем лететь вечно! Вы об этом не задумывались, а? Такие призраки, помогите! Лава закрылся, и не блин! Летим со скоростью света! Эрика! Ой! Да! О! Смотрите! Вау! Я хотела так сделать, прокатиться. Смотрите, мы отсюда! Пошли сюда! Жалко, как еще раз. Это будет счастье. Знаете, что я сейчас в этом уже... Ай! Знаете, что я сейчас этому жителю сделаю? Вот этому. Hello! Как вы думаете, что? Другой. Это вы персонаж у меня, который любит почему-то делать это. Ай! Не проще тут. Ура! Так. Я, кстати, звук отключил случайно. Пусть у меня так. Ах, ладно, короче, это... Помните, мы в море были, можете пересмотреть этот момент. Кстати, мне все ютуберы почему-то дают 3 секунды, а я вам дам 10 секунд, чтобы поставить лайк, если вы не поняли. Подписаться на канал и колокольчик также не забудь поставить. Ладно, раз, два, три... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы, вы успели. Ну а кто не успел, того я задавлю машиной. О, по-моему, кто-то успел или не успел. Ладно, поеду проверю. Ай, меня заносит! Блин, похоже, сегодня придется заново. Похоже, придется отменять кого-то есть. Точнее, сбивать, а не идти. Моя машина не может. Больше день. Кстати, кто играл в эту игру? Я уже забыл самую маленькую цену, мне интересно. Вот это вопрос дня. Кто первый ответит? Ну, хотя, не, короче, ответьте мне, тогда будете... Молодцы. А кто вообще в эту игру не играет? Ну, те, кто играет, могут спросить у тех. Короче, те, кто не играет, могут спросить у тех, кто играет в название игры. Мне лень говорить, потому что я не умею читать по-английски. А это игра называется по-английски. Да блин,
застрял такой. Придется идти пешком. Ай! А, что? Я ж приехал, не забыл что-то. А вот тут. Эй! Так, вот тут выход. Вот тут выход. Вот. Оба бы накапало. Как это у меня так вышло? Кстати, возьм. Вижу цель! Ту-ту-ту-ту-ту! Эй! Откройте! Погнали! Я тут персонажа своего делаю. Смотрите, как он на беговой дорожке бежит. Так. Сейчас будем это все делать. Пока меня не позовут, что пора выключать. Потом я выключу видео и потом сниму вторую часть. Ой, это что тут за хулиган сидит? Надо. Эх, если бы я мог взять чемодан, я понес у него чемодан, он погнался по мной. Вали, я еле. Ген-ваген. Вот сам тель. И мальчики смелые, позади. Подруги сзади поехали ко мне. Ген-ваген, где? Ди-д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 и. О, это что такое? О, нет. И как это интересно выглядит? Алло, ага, это зачистики. Ага, хорошо, сейчас я выпрыгну из окна. Мама, убей! Блин, я походу не грохнулся. Ладно, сейчас я грохну. Побежался. Башня АТС. Просто что, как это переводится, напишите в комментариях. Тут, я не знаю, что такое вообще. Ой, там хулиган до сих пор за мной гонится. Ой, ну я побежал бы тогда на базу. Думали, что это такая мини-история. Побежал на базу, спрыгнул бы. Бежал. Старался бы на камень спрыгнуть. Снова. Кстати, знаете, какой я по жизни? Мне еще 7 лет, поэтому я по жизни паркурист. Я к тому же не зарабатываю. У меня уже чуть-чуть осталось, еще 500 рублей, и у меня будет 300 тысяч. Знаете, сколько стоил самолет? 400 тысяч. Долго копил. Кстати, а может Бравл поиграем? Где? Ой, не хотел на второй этаж забираться. Я говорю, я не хотел на второй этаж забираться. Что это такое? Бла-бла-бла-бла-бла. О, не смею. Здесь наносят на хоть 1 рубль. Вот, давайте тут попробуем. Раз, два, три, два. Вина. Лако. Айфотки. То. Лапитола. Кица. Лапо. Лапитола. Кица. Лапо. Пико. Ладно, пойдемте вон туда. Как вы думаете, что у меня? Ты что, у меня такой вот фиговый скид? Я не хочу его изменять, потому что для меня он подходит. Я его не пью. Ой, погнали вот сюда.
вот это прокачай. Вау. Ой-ой-ой. Ну ладно. Так, давайте разворачиваемся. Главное не врезаться. Знаете, что тут еще есть? Попробуйте угадать, что есть на вот такой вот рыбной станции. Где еще есть контейнеры. Даю вам на это тоже 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Погнали, я вам покажу. Сам говорить не буду, потому что не хочу. Блин, а. О. Ты когда я нахожусь слишком долго под водой, я задыхаюсь. По крайней мере, я так думаю. Знаете, что это было? Кто угадал, пишите в комментариях. А, да, вилочный погрузчик. Я хотела ответить трактор. Ну, это что он делает? Спросите, чего? А он делает вот так. Вот, давайте попробуем мою машину придавить. Смотрим, что с ней станет. Блин, не вышло. Сначала поднимаем. И посмотрите, вот так. Вася, я потом прибью. А что это? В смысле? Не знаю, что у меня тут есть такое. Я честно не знаю. Клянусь своим персонажем. Тут не будут никто зарабатывать деньги. Если будут, я буду в шоке. Кстати, знаете, почему я не люблю Майнкрафт? Что он залагает? Да я сам по себе. Не такой. Для меня нелюбимый. Все, погнали. Зеленый это обозначает, что это деньги дает. Откуда я это знаю? От верблюда. Классный ответ, который вы можете дать. Или те, куда задавать какие-то вопросы. Сейчас подождите, мне надо файлы удалить. Знаете, сколько у меня игр? 22-3 игры. Блин. Ай. Ладно, потом сделаю. Так, Тёма здесь. Тём, ты уже час играешь. Всё, всем пока-пока. Так, а мама где? Мы заканчиваем. Ушла? Мол, вторую часть. Тём.